В преддверии праздника Победы в Ленинском городском округе стартовала патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Представители местного отделения партии «Единая Россия» и активисты «Молодой гвардии» поздравили жителей города Видное с наступающим 9 мая и вручили им символ Победы. Спасибо. Спасибо большое. Участникам патриотической акции рассказали об истории Георгиевской ленточки. Особо отметили, почему именно она стала символом Великой Победы. Напомнили о правильном ношении и помогли красиво закрепить на одежде. Планируется раздать свыше 5000 ленточек в разных уголках Ленинского городского округа для всех желающих жителей, для всех, кто гордится нашей страной, нашими предками, нашей историей. И мы готовы такой символ Победы донести до каждого нашего жителя в этот праздничный день. К акции присоединились люди разных возрастов и профессий. Свои белые халаты символом украсили и врачи Видновской районной клинической больницы.